Мне жалко. Серьезно. Уйдете, а ничего нет. Это он день за днем будет проходить никак. Вам в дневник еще написать уже будет. Все одинаково. Вы сегодня за день сколько получили? Представь себе, утренние молитвы. На поле. Пришли люди. Да это вашим старикам за 2000 лет не составить. А где такое? Да в поле, да. Это за 3000 лет не составить. Все друзья. И говоришь, и никак. Какая польза, когда если любите любящих вас? Господь осудил это. Не то же людей с мудрой парисеей. У нас были дети такие. Останьтесь еще, нет. Нет, поехали домой. И оба парня уже сидят в тюрьме. За самые нехорошие дела. Ну что, Маша на свадьбу пригласила, тоже охота съесть. А где-то живут рядом. С Алектиной Пантелеевной. У меня тут все. Пока стрелы были недели. О, сколько вас. У нас люди. Бойся не хлопнуть. Ну что, давайте. Свои фото на стола. Будем тоже там есть, что есть, Виталий. Почему они приходят в свое отделение? Я предупредил, какие часы мы едем. Господи, слава тебе. Благодарим тебя за милости, оказанные на этом месте. Сохрани, защити и помилуй, положи нам на сердце искать небесное. Благо помышляющим о небесном и горе замышляющим земное исполнить. Ибо все временное, а невидимое вечное. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.